Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала, а также группы в Facebook, где продаются все монеты, которые предоставлены в наших видео. Сегодня у нас на таком представлении к вашему вниманию юбилейные СССРовские монетки. Не сильно, конечно, не редкие, но все-таки коллекцию можно будет себе положить. Так, и начнем наше видео с 1 рубля. 1964 года. Вот такое вот у нас состояние. У нас надпись 2. А что тут такое у нас тут? А, 1964, извиняюсь, 1964 год. Звезда. Рубль. Один рубль. Такая вот надпись. Такой вот один рубль 64 года. Вот. Такая вот монеточка. Может, кому-то нужно будет в коллекции. Будет у меня в группе. Так, следующий наш один рубль. Это у нас игры. Вот второго Олимпиады. Москва. 1980 год. Монетка 1977 года с эмблемой Олимпиады, олимпийские, 1 рубль СССР, и соответственно еще на ребре надпись 1 рубль, 1 рубль. Так вот у нас монеточка, тоже не сильно она редкая, но коллекции моей такого-то нету, можно будет приписи в группе Фейсбуке. Так, следующий у нас это юбилейный 1 рубль. Есть отдельная такая серия. То есть у меня вот тут есть и 50 копеек с этой серии. Ну вот это один СССР с изображением Ленина 1917-1967 год. То есть выпуска 67-го. Слава великому октябрю. Вот такой вот 1 рубль, 50 лет советской власти, 1 рубль. То есть тоже коллекционная монеточка, может, кому коллекции нету, можно будет приписи в группе. С этой же серии такая же самая, только меньше по размеру, это у нас идет 50 копеек, 50 лет советской власти. То есть есть же также есть и 15, и 10. Копеек. Такой же самый уже изображение. Ой, надписи на ребре у нас нету. Звездочка, точечка, звездочка, точечка. Такая вот монеточка. Вот. Можно будет приобрести мне в группе в Фейсбуке. Так, ну, дальше у нас вот таких вот. Таких вот у нас 7, да? 7. 1-рублевых советских. 1870-1970. Изображением Ленина. Вот 1 рубль, 100 лет со дня рождения ВАИ Ленина. То есть, ну, монета рядовая, не сильно редкая. Вот гурт у нас, как видно, у нас точка, звездочка. То есть тоже, может, кому-то надо в коллекцию, будет продаваться в группе в Фейсбуке, ссылочка в описании. Можно будет перейти и себе заказать. Но тоже узнать можно в группе. Так, следующие у нас монетки, то есть тоже юбилейные. 30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-45 год. То есть 1 рубль СССР. 9 мая 1975 год. 1 рубль. Такая вот монеточка, такая же самая. Вот тоже 1 рубль, не сильно редкая. Ну, может, у кого коллекции нету, можете заказать в группе в Фейсбуке. Вот тоже так же самое, 1 рубль 9 мая 1975 год. Вот такая вот у нас есть монеточки. Так, еще у нас есть монеточки. Тоже юбилейные рубли. Вот.
СССР, 1 рубль, тоже имеется 4 штучки. Монетка тоже стандартная, ну, как бы на то время, то есть рядовая. Вот. Может, кому коллекцию нету, можно будет заказать в группе в Фейсбуке. 1 рубль, СССР. 20 лет победы над фашистской Германией. Вот такой вот. Надпись 1 рубль. 9 мая 1965 года. Тоже. Вот такие вот 1 рубль. Может, у кого нету коллекции, можно будет заказать в группе в Фейсбуке. Ссылочка, как всегда, в описании. Ну и самые такие вот интересненькие, более уже такие коллекционные монеточки. Это у нас уже юбилейки СССРские. Государственный банк. Москва, 19 век. Такое вот изображение. Вот. Здесь у нас 5 рублей 1991 года. Вот такая вот монеточка. Что у нас тут изображено? 5. То есть надпись 5 рублей. 5 рублей. Такая вот у нас интересная коллекционная монеточка, юбилейная, СССРовская. Вот. Кому нужно, можете заказать в группе в Фейсбуке. Вот. Будет там выставляться на продажу. Следующая и последняя на сегодня монетка. Это у нас Архангельский собор, Москва. Вот. Создание, я так понял, собора в 1508 году. Вот тут у нас 5 рублей. СССР, 1991 год. Извиняюсь. Так, 5, надпись 5 рублей на ребре, на гурте, так, рубль, 5 рублей. Вот такие вот монеточки у нас сегодня были на кратком обзорчике. Вот, может, кому надо, обращайтесь, пишите здесь, пишите в Фейсбуке. Вот, ссылочки в описании, не забываем подписаться, поставить лайки. До новых встреч, всем пока.